Добрий вечір, друзі. Це програма «Вперед, Миколаїв». Перша у 2017 році. І сьогодні ми в студії «Ніквістей», де поговоримо з головним тренером муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв» Сергієм Кірланом. Первый вопрос. В вашем последнем интервью на пресс-конференции после кубкового матча с «Химиком» вы вновь говорили о финансовых проблемах и говорили о том, что есть вероятность даже потерять некоторых исполнителей. Да, я обмолвился, и действительно существует такая проблема. У нас есть задолженность по выплате заработных плат перед игроками, перед администрацией клуба. Ну, как бы, есть проблема. Ну, то есть получается, что финансовые проблемы, которые перед началом чемпионата, они остаются. Кто сейчас вообще помогает клубу, потому что, ну, действительно, это серьезная проблема. Когда начинался сезон, стоял вопрос вообще о существовании МБК «Николаев» очень серьезно. Но и город помог на сессии городского совета. Депутаты проголосовали за поддержку МБК «Николаев» и футбольного клуба. Вот. Нам было выделено 300 тысяч на командировочные расходы. Вот. Плюс другие возможности появились, поддержали спонсоры. Вот. И мы начали сезон достаточно оптимистично, надеялись на хорошее будущее, взяли игроков, подписали контракты. Ну и потом вот после октября месяца как бы начали чувствовать, что есть финансовые проблемы. То есть получается, что город на первоначальном этапе помог, а сейчас вот уже, когда нужно решать новые проблемы, пока нет участия? Ну, да? Эта помощь была до Нового года, а с Нового года тоже есть желание городских властей помогать. Единственное, что сейчас пока этот январь, как бы принятие бюджета, еще некоторые проблемные вопросы, да, пока есть задержки с этим вопросом. Но в целом власти обещают нам помочь. Ну, а вот был президентом клуба Михаил Козырь, да. Потом он ушел. Группа компании «Риксим» сейчас как-то принимает участие? Безусловно, этот человек не ушел полностью в сторону, ему не безразличен николаевский баскетбол, он всячески поддерживает нас. Вот. Другое дело, та помощь, которая оказывается этими людьми, да, группой компаний и городскими властями, она недостаточна, чтобы быть по-настоящему конкурентоспособным клубом в Украине сегодня. Это вопрос только о выживании клуба. Хотя мы боремся за место восьмерки, за шестерку, скажем так. Ну, то есть получается, что вот не хватает совсем немного средств, да, но как это в других городах? Может, вы знаете, на примерах других клубов, как города помогают им, потому что все-таки много команд стабильных, более стабильных, чем мы. Скажем так, Одесса более богатый город, у них и городская власть больше выделяет средств, и есть спонсоры, которые тоже поддерживают, у них гораздо проще это. Есть проблема с финансированием в Кривом Рогу, в Луцке тоже было объявлено о том, что командам на грани закрытия. Ну, есть как бы и успешные команды, а есть и проблемные. Ну, то есть переходим к аспектам уже спортивным, если, даст Бог, все будет хорошо и останется этот состав, но а пока что об усилениях перед решающими матчами речь не идет. Ну, на сегодняшний день как бы денег по-прежнему у нас нету, не можем выплатить заработные платы, поэтому вопрос открыт. Если этих денег не появится, то мы будем вынуждены проститься с некоторыми ведущими игроками, потому что у них есть предложения из других клубов. Ну, а кем эти, так скажем, места тех игроков закрывать? Это в зависимости от тех финансов, которые будут позволять. Если, опять же, мы сможем предложить те условия, которые игроки пожелают, которые будут им необходимы для нормальной жизнедеятельности и содержания своей семьи, поэтому все на договоренности будет. На молодежь пока ориентироваться сложно, да? Ну как, смотря какие задачи мы будем решать, понимаете? Молодежь, молодежи, им надо развиваться, они, естественно, есть у нас в команде и немаловажную роль играют в нашей команде. Помогают и в тренировочном процессе, некоторые игры выходят, кто больше, кто меньше играет. Есть процесс тренировочный. Ну. Перспективные ребята какие-то вы видите, наверняка посещаете игры, тренировки? Безусловно, есть у нас с Дюшор хорошие дети. Есть команда «Никобаскет», в которой многие николаевские игроки там играют.
молодежь, которые действительно в дальнейшем могут стать хорошими игроками. Взаимосвязь МБК и Никобаскет, или это две автономные команды? Это две разные организации с раздельной бухгалтерией. То есть игрок, например, упоминалось о том, что много воспитанников играет в Никобаскете. Если там какой-то воспитанник сейчас, увидите вы его как тренер или Валентин Береснев как тренер увидит, то уже, если от вас и от него поступит предложение, уже он будет выбирать, в какую команду идти. То есть взаимосвязи здесь нет. Ну, конечно. Ну, как и с любой другой командой в Украине. Игрок принимает решение, где ему выгоднее играть, где он получит более качественную подготовку или более высокий уровень игры получат. Материальные какие-то выгоды тоже учитываются. Но получается, двух команд от Николаева в Суперлиге быть не может? Нет, это запрещено положением Федерации. Это запрещено положением Федерации, то есть муниципальный баскетбольный клуб Николаев представляет Суперлигу, а Никобаскет представляет высшую лигу, да. И так оно и останется. Но пока будет существовать МБК Николаев, пока будет позволять финансы, ну, либо же наоборот, МБК Николаев опустится в низшую лигу, либо вообще прекратит свое существование. То есть, а Никобаскет будет продолжать эту игрок, традицию. Если молодой игрок, набравшийся опыта в Никобаскете, это его переход, как, в принципе, переход из любого другого клуба. Да, абсолютно верно. Автономной абсолютно организации, да? Да. Ну, а вероятность дубля МБК Николаев тоже, опять же, зависит от финансовых вопросов на следующий сезон. Да, в прошлом сезоне у нас была команда, это фарм-клуб, играла в высшей лиге. В этом году мы себе не можем позволить такое. И получается, даже денег на основную команду не хватает сегодня. Вопрос такого характера. Вот очень много игр даже с самыми сильными клубами украинского баскетбола, украинской суперлиги. Команда долгое время держалась на равных. В какие-то моменты даже в третьей четверти, даже в четвертой четверти была впереди, а потом был какой-то определенный спад, и игра была проиграна. Но игру показывала очень хорошую. Это все-таки результат не длинной скамейки? Однозначно. Клубы более успешные, они имеют более ротацию однородную, да. И каждый выходящий игрок на площадку показывает уровень игры и в защите, и в нападении, значительно усиливая игру, потому что он заходит со свежими силами. У нас же в силу финансовых причин мы не могли себе позволить такой состав. И та молодежь, которая выходила у нас в матчах, не всегда усиливала игру, допускали ошибки. А опытные игроки на фоне усталости тоже, бывает, допускают ошибки. Поэтому и результат такой. Хотя по желанию, по отдаче нельзя никого упрекнуть. Все борются до последнего. Но из тех, кто сейчас готовится к предстоящим играм с Запорожьем и Днепру, все в строю? Да, есть некоторые микротравмы, но тем не менее все абсолютно готовы выйти и давать бой сопернику. Ну, может быть, где-то были нестабильные некоторые баскетболисты, и вот сейчас была, небольшая совсем пауза, была бы возможность, может быть, где-то больше провести тренировок. На кого рассчитываете? Ну, понятно, Александр Кушниров, Алексей Ануфриев, Тонченко, все это лидеры команды. Может быть, кто-то со скамейки запасных добавил в процессе вот последних игр. На кого рассчитываете? Кто сможет дать возможность этим баскетболистам на какой-то момент передохнуть и таким образом не отпускать победы нашей команды? Ну, в последней игре с Химиком хорошую игру выдал Андрей Горбатюк. Также и на тренировках уже показывают более результативную игру и Мусиенко, и Швец Артем. Как бы плюс молодежь в лице того же Андрея Хохоника, Павла Лебединцева на тренировках очень старается, уже показывают более зрелый баскетбол, меньше ошибок стараются допускать. Я надеюсь, что общими усилиями, именно командной игрой, мы сможем по-прежнему противодействовать нашим оппонентам и показывать добротный баскетбол. Ну, вернемся все-таки к вопросам проблемным. Как тренеру удается в ситуации с финансовыми проблемами и с какого-то такого подвешенного, может, состояния мотивировать своих подопечных на то, чтобы выходить и не только играть, а еще и выигрывать? Ну, у нас полкоманды – это николаевцы, и в большей степени они играют не только за финансовые возможности какие-то, а отстаивают честь города именно, потому что чувство патриотизма присутствует в них. Те ребята, которые приехали к нам, иногородние, они достаточно хорошо влились в наш коллектив, и
тоже готовы поддерживать нашу команду своей игрой. Ищем, смотрим взаимодействие игроков. Как я, так и мой помощник Максим Шепель. Стараемся найти все самые сильные стороны наших игроков и раскрыть их. Ну вот как тренеру, который постоянно ищет возможность не только, ну, которому хотелось бы, наверное, заниматься все-таки баскетболом, не думать о каких-то проблемных аспектах, как вы себя мотивируете? Очередной сезон и очередной раз какие-то проблемы, трудности, сложности не спортивного характера. Ну, прежде всего, это спортивный характер. Самого потому тренера. Что желание побеждать – это в крови у нас у всех. Поэтому именно это главная мотивация. Но не было желания побыть тренером в какой-то стабильной команде? Может, предложения какие-то? Вы все-таки остаетесь с николаевским баскетболом? Николаевцы, да, я родился здесь, в Николаеве, и мой путь здесь начинался, как игрока. Вот. Ну и как тренера главного тоже здесь мой путь начался, поэтому я предан этой команде, полностью буду выкладываться и стремиться побеждать в каждом матче. Ну, вообще, вот ваше мнение как николаевца, как тренера спортивного в целом о том, как развивается ли в Николаеве сейчас спорт? Если вот вы наверняка общаетесь с коллегами по другим видам спорта, есть ли какие-то сдвиги в лучшую сторону, или все так же остается, или хуже становится? Как вот на ваш взгляд? Я считаю, что больше уделять внимание спорту, поддержке детского спорта, потому что это отвлекает детей от улицы, от наркомании, от алкоголизма. Есть положительные моменты, это после проблем с залом у фехтования был открыт новый для них спортивный центр, который помогает им готовить новых чемпионов. Но в целом это единичные случаи, когда такая реальная помощь спорту. Такой вопрос, наверное, уже подытожить перед тем, как вот эти основные матчи начнутся. Как вот вы думаете, удастся справиться с этой ситуацией? И когда будет понятно, что команда, в принципе, нормально доиграет сезон и сыграет, возможно, в плей-офф, это уже от спортивных составляющих зависит. Ну, как только в клубе появится финансовая стабильность, так появится и уверенность в завтрашнем дне. Мы надеемся, что эта ситуация поправима, и в скором времени все у нас наладится. Друзья, сегодня в студии «Никвестей» был главный тренер муниципального баскетбольного клуба Николаев Сергей Кирлан, который вот уже многие годы трудится ради николаевского баскетбола и верит в то, что все у николаевского баскетбола будет хорошо. Спасибо вам. Спасибо вам большое за приглашение. Удачи в дальнейшем. И вам побед. Спасибо.